Если что, потом как бы в одну пойдем, если там все-таки есть кто-то. Яичник, ну, раз. Кто-то пошел, там что-нибудь. Нет, яичник тут явно есть. Так как это. Паш, не думаешь поиграть в сам? Так Юрий, у меня повисла загрузка. Я вообще варик не открывается. У меня перед Z стоит Z. А, вот что. Я вот загрузился вообще уже. Сейчас Влад, потом я. Да у меня варик даже не открывается. Естественно, тут пока ждет загрузка. Сейчас иду. Ну. Влада ждем, короче. Ты не говоришь, что он у тебя опять не открывается? У кого? У Влада. О, этот интерфейс. О боже. Так, Ева Хуман. Что-то там. Так, я что-то и купил. Что мне делать? Пожалуй, пора. Не знаю, тут написано. Так, почему? Человечество так, кто-нибудь видит, нет? Я ящики беру. Я ничего не вижу этого текста странного. Да-да, я займусь этим. Ладно, я буду ходить. Пожалуй, что? Пора. Я куплю какую-нибудь. Я гранату купил за бесплатно. Да-да. А нет, не за я бесплатно. Я займусь этим. А нет, за бесплатно. Что это такое? Почему она не наружу? Прекрасно. Пожалуй, пора. Что ты делаешь? Я не знаю, какие-то наркоманы, если честно. Давайте встретимся. Пожалуй, и просто пора. Решим. Да, а вдруг лакайте с рогами и убьете меня. Нет, давайте встретимся вот здесь. Ух ты. Вас понял. Опа, я кого-то вижу. По космосу могу летать. А, это Пашка. Блин, вы где? Вот я на меду, если что. Сообщите задание. А вы где? Это Пашка, я вообще... А, вон, я вас вижу. Вон, летает какое-то говно, похожее на... Я не знаю, газет. Это Пашка летает. А вы где? Я вот, я на меду посмотри. Вот я Пашку вижу. Я не вижу никого. Вот, блин, смотри. Просто упор. Видишь, вот это зеленый квадрат, видишь вот этот вот? Ненавижу глупцов. Ты считаешь, что это мид, это где-то... Нет, просто видишь зеленый квадрат. И вот там слева внизу есть еще такой выступ, который впереди всех почти. Что вот тут делать надо, Паш? Ты единственный, не знаешь английский, давай расскажи нам. О, вот какая-то хрень похожая на... Как сесть на нее? Как оседлать? Ты что я сделал? Ух ты, ё! Пашка, иди ко мне, я тебя убивать буду. Блин, ребят, ты застрял на этой... Я застрял на этой базе, если что. Паш, ты меня видишь? О, вон, я вас вижу. Нифига себе, летит какая-то лепешка белая. Что я это? Я лечу. Разрешите взлет? Да. И он летит к Q-Station. Я его разобью. Да, разобьешь, она сейчас взорвется. Нифига себе анимация. О, ты так, блин. Пашка такой маленький летит. Какой Влад такой огромный. Махиня. Так, сейчас. Блин, я купил какую-то искусственную сперму, я не знаю. Почему ты горишь, Паш? Это типа я злой, конечно. Я тут какую-то систему вообще взламываю, сейчас вас засажу. Это пукан подбит, я понял. Пора. Так, ладно, я пойду планету разрушу. Блин, как мы сильно корабль выстолбали. Человечество в опасности. Стоп, а тут, получается, я понял, можно высаживаться на планете, что ли? О, я взламываю систему, короче. Пожалуй, пора. Бей нелюдей. У вас что-нибудь меняется? Чем ты чинишь эту хрень? Прекрасно. Ух ты. Наконец-то. Ой, что-то мне... Я займусь этим. Как, почему, когда я бью планету, у нее мана восстанавливается? Что это за хрень? Что-то на халяву тут купил. Ненавижу глупцов. Я нашел винный погреб Жерара Депардье. Да, наконец. Чего? Человечество. Блин, я себе гранаты взорвал, Азаза. Блин, кто-нибудь уничтожьте мне от ворота, я буду 3 года херачить. Так, умерять можно. Дерьмо, а. Да-да, я займусь этим. Ох ты, что я нашел. Сдохни. Прекрасно. Ох ты, за кого я... Вы видите меня, нет? Что я завис-то? Стоп, отмена. Эй. Что, спасательная капсула? Короче, на планету сейчас полечу. Ух ты. На капсуле. Оу. А что это активировал? Я потерял Пашу. Я на корабле.
Я корабль, короче, оставил там. Ну, тупая. А я вообще бегаю по каким-то катакомбам, вообще весь грязный, потный. Не хочу есть. Лол. И лаборатория. Сейчас химии чем-чем. Метеорит летит на планету. Нам нужно торопиться. Пацаны, видите, что-то появилось? Я займусь этим. В правом верхнем углу. Блин, тут ручные... Лагер, лаунж какой-то, через 10 секунд что-то будет. Ух ты, я нашел попкорн. Да-да, я займусь этим. Ну что? А, наконец-то. Ох, нифига себе, каким я стал. Ни хрена себе. Battle Cruiser, лаунж комплит. То, что вообще меня видите, нет? Что? Нет, не вижу. Я тебя тоже. Вы когда-то на корабле, я тебя вижу. Я займусь этим. Блин, давайте встретимся где-нибудь ставим. Просто. Я самый сильный здесь, походу, можно... потому что у меня корабль, будем. Блин, такой махина. Давайте встретимся где-нибудь. Просто скажите на карте, где. Я, короче, на этой планете квадратной. Квадратный, красный или зеленый? Красный или зеленый? Я вообще в космосе, пацаны, я в космосе. Человечество в опасности. Да, у меня Влада вижу, он опять на своей этой. Тут огромный светлячок перед ним, психологический. Нам нужно торопиться. Капец, я медленно. Блин, я вообще за Тексу играю. Паш, можно разрушить киоск танцы? Доверять можно только людям. Да-да. Я займусь этим. А смысл? Прекрасно. Ты что делаешь? То, что нужно. Прекрасно. Не надо что-то делать. То, что нужно. Так, блин, прекрасно. Я вообще не могу да, уйти. Да, куда бы я ни высаживался, все равно я остаюсь там. Водичка. Прекрасно. Да-да. Я займусь этим. Я еще к вам хочу. Но то, что я нужно. Не могу выбраться отсюда. Я, походу, ваш враг и должен все разрушать. Да. Надо объединяться, чтобы уничтожить злого профессора Влада, который хочет уничтожить вселенную. Прекрасно. Только сплотившись, мы сможем. Сейчас убьет вообще. Я не знаю, не слушайте меня, пожалуйста. Сплотившись с кем, реально? С Пашей. Просто не хочет с тобой сплотить. Прекрасно. У меня нет корабля. Я займусь этим. ПС Джек Воробей. Ненавижу глупцов. То, мне вообще нужно. Какие-то шум, живые шум, черви, живые прыщи тут ходят эти забытые, я не знаю, везде то, ползают. О, ништяк, и корабль. Прекрасно. То, что больше нужно. Владовского. Он уничтожает станцию, прекрасно. Уничтожает планету, останови его. То, что нужно. Так, ну, да. Прекрасно. Это побольше Владовского. Да-да, неплохо. Я займусь этим. На 300 тысяч КП. Прекрасно. Да. А, наконец-то. Ой, ой, блин, что это? Мне 75 там. 70 тысяч я разрушу, это все останется. Только людям. Один. И. Врубаю форсаж. У меня три косаря такие. Ух, ё. Все, у меня, короче, ой-ой, я атомную бомбу заложил. Ой, ядрён батон. Паша, не лети ко мне. Не лети ко мне. Что-то летит в ад, я не знаю, что это. О, зачем ты в меня так? Врубаю форсаж. Да я разрушу. Блин, тут все рушится, я вызвал какой-то, не знаю, апокалипсис. Меня. На взлет! Ой. Что это такое? Пацаны, это... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот я остался. Понял. Понятно, Пас. Ты куда побежал? И жопа там сейчас будет. Летим в ближайшему убежище. Отстань от меня. Что ты с ним делаешь? Я уничтожу. Красавчик, уничтожаю его, иначе он уничтожит вселенную. Вас понял. Я сейчас сам убью. Сообщите задание. Бивник ты мелкий. На взлет. Это вам от меня. Да беги ты, сейчас тебе астероиды расклинаются. Вас понял. Понял. Почему у меня всю камеру трясет? Может, из-за того, что я вызвал землетрясение? На взлет. Ой, что я сделал? Это вам от меня. Делаю. Чё за... Врубаю форсаж. Разрешите взлёт?
Что за какашки летают у вас тут, я не знаю. Приступим. Короче, вам ВК прислал, где я сейчас нахожусь и что у меня происходит. А куда мы корабль идти? Получай! Я не знаю, куда ты мог. Не, я не контролирую его, он сам куда-то полетет. Куда летим? Значит, конечно, тебе все за пределы вселенной выйдешь. Ух ты, я нашел этот око Саурона, который у меня ТПшный сейчас. К вам. Я дальше не могу идти. А, нет, это система. О, лупа! Я могу смотреть за вами, а за... Я на васатнику могу выпустить, ребят. Ух ты, нифига себе, я база, смотрите. Влад. Приступим. Во, получай. Я база, а за. Я уничтожу этот корабль, черт. Надо было тебя первым убить. А меня ты не убьешь. Я теперь взял такую силу, такую мощь. Ну что, давайте РМК, что ли? Да не надо РМК, я только... Паш, опять микрофон вылетит. Все, блин. А, это я там нахожусь. О! Чё? Не все. Подождите. А чё я? Чё со мной? Произошло? Все, гол. Что мне произошло? Я уничтожил этот корабль, черт. Это дарива. Почему? Космоса у меня нету уже. Как ты нету? Вы меня убили, богатый. Пожалуй, я ты на корабле, что ли, был? Прекрасно. Ты убил корабль, да? Корабль взорвался и донес осколки до моей планеты. Ни хрена себе, я мощный, это база. Глупцов. Я теперь, короче, завладел этим основным центром. Я Пашу вижу. Смотрите, как уничтожаются камушки. Смотрите на базу и на анимацию уничтожения вот здесь, вот, где я. Просто смотрите. Мне нравится. И бротайте колесиком, это как будто ковер какой-то. Не похоже, что это посмотрите. Видите, я вот когда-нибудь воскресну вообще нет. Понял, отбой. Пацаны, я хочу вас спешить. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. То, что нужно. Доверять можно... Давайте РМК, что ли. А не надо никакой РМК, блин. То, что нужно. Ну, пока мы поняли. Пожалуй, пора. Ничего не поняли. Наконец-то. Ну, я, если честно, понял. Я вообще, наверное, городился в какой-то жопе мира, если честно. И всякие эти начал эти. Вы хотя бы на нормально нас павнили сделать. Давайте РМК. Конечно, по Никитиной базе бери. Да-да. Я займусь. Мне просто скучно сидеть. Я тебя не вижу, я альт нажимаю, тебя нету. Прекрасно. Давайте РМК. Я займусь. Короче, что-нибудь. То, что нужно. Сначала пройдусь и. Человечество. Давайте выливаем, короче. Да-да. Я займусь этим. Нам нужно торопиться. Где? Ненавижу глупцов. Экскременты или эксперименты? Доверять можно. Ну, лично я замечал другое, если честно. То, что нужно. Пожалуй, пора. Ага, а что мои? Сейчас я пришлю вам скриншот, где я нахожусь сейчас. А что это? Как крутится, прикольно. Да, что это за хрень? Человечество в опасности. Дайте его охотники за разум. О, нет. Паша киллер, все. Да, Паша киллер. Прекрасно. Да. Я еще, помнишь, на стриме типа говорю, а за Паша интеллектор. То, что нужно. Ой, я сила. Да, я займусь этим. Да, наконец-то. Пацаны, давайте, ремтар. Пожалуй, пора. Ну. No. Давайте пока посмотрим все. Да, наконец. Боже мой. Ладно, тогда я ливну карту поищу. Да-да. Я займусь этим. Так, я, кажется, понял, где находится Никита. Я уже прислал вам в группе скриншот. Да мне лень почти находить. То, что нужно. Так. Нам нужно торопиться.
Прекрасно! Пожалуй, пора! Бей нелюдей! Ага, вот ты где. Человечество в опасности! А вы враги еще. Я займусь этим. Ненавижу глупцов! Тормози, не открывай меня. Блин, он сам юзает. То, что нужно. А, кто играл убийцу на кладбище? Я займусь этим. Да, наконец-то. Саны. Ау. Нам кто нужно играл убийцу на кладбище? Я не человечество играл. В опасности. Прикольно, как. Что за... Нам нужно поиграть, в принципе. Во имя человечества. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. То, что нужно. Короче, я ливаю. Прекрасно. Подожди, сюда надевать. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, погодите. То, что нужно. Может, в эту дэшку у кого-то пойдем? Пожалуй, пора. Все. Да, наконец-то. Избавился. Азаза. Доверять можно только людям. Мутант, короче. Ненавижу глупцов. Пацаны, давайте, короче, только заходите. Убийцы на кладбище. Никита, выходи. Сейчас, вот я.